Дорогие друзья, сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть Ладожскую орнитологическую станцию и ее замечательные, широко известные большие ловушки. Как видите, они используют в своем строении и функционале принцип невода, то есть птицы, летя вдоль поляны, выпадает в большой расставленный ворот и, понемножку сужаясь, ловушка выводит птицу к специальному приемнику. Таким образом можно ее там поймать, посмотреть, увидеть. И, конечно же, поместить на нее кольцо, которое в последующем откроет многие тайны ее существования, перемещения и жизни вне нашей области.